Большие панды переселились в другой разряд в Красной книге. Теперь они переведены из разряда вымирающих в уязвимые. Таково решение Международного союза охраны природы. Как отмечается в спецдокладе Всемирного фонда дикой природы, с 2004 по 2014 год популяция большой панды в Китае увеличилась до 1864 особей. Всего же в мире насчитывается около 2060 этих животных.